Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди в минувшие выходные принял участие во встрече российских муфтиев с хранителем двух святынь – королем Саудовской Аравии Сальманом бин Абдуль-Азизом. Встреча прошла в узком составе по инициативе саудовской стороны и была организована в рамках визита монарха в Россию. В ней принял участие и верховный муфтий, председатель Центрального религиозного управления мусульман России шейх Талгат Хазрат Тажуддин. В ходе беседы король подчеркнул высокую значимость сотрудничества и диалога между представителями разных культур и религий в укреплении принципов толерантности, в борьбе с экстремизмом, радикализмом и другими пагубными для общества явлениями и в достижении мира и безопасности во всем мире. Талгат Хазрат Тажуддин рассказал в частности об истории распространения и развития ислама в России, а недавно открытой Болгарской исламской академии, воздал хвалу Всевышнему, подчеркнув, что в России функционирует уже свыше 7 тысяч мечетей.